Привет, меня зовут Иван Малахов, я профессиональный фрирайдер. Но на самом деле, когда я начал кататься на горных лыжах в 16 лет, я сразу понял, что это на всю жизнь. Конечно, на моем пути встречались люди, которые не верили, что когда-то русский лыжник сможет достичь чего-то в фрирайд-волтуре. Но, тем не менее, я заставил изменить их мнение и доказать, что неважно, из какой страны человек, если он очень хочет чего-то достичь, то он сможет это сделать. Сейчас у меня очень много достижений, но тем не менее я думаю, что мои лучшие достижения, они в будущем. То есть я только готовлю к себе к чему-то большему, как мне кажется.